Привет! Вы попали на расклад «Разговор с партнером». Здесь карты Симбалон и Декамерон. И сейчас, в этот момент, когда вы нашли это видео, посмотрите, пожалуйста, и послушайте разговор с ним. Если с ним сейчас не получается разговаривать по вашей причине, мы сделаем разговор на картах. И это самый сильный разговор, потому что он входит прямо в глубину души. Посмотрим в глубину его души. Симбалон посмотрит и тоже посмотрит Декамерон, что он сейчас думает, чувствует. Если вы у него в мыслях, с кем он сейчас, что его сейчас, именно в момент, в тот, в который вы нашли, нажали пальчиком посмотреть, волнует. Потому что, когда вы нажали пальчиком посмотреть, вашей рукой вела сама судьба. И рукой предсказателя ведет судьба, когда я беру для вас карту. Расценивайте, пожалуйста, этот расклад, как будто вы ко мне приехали в Ванкувер поговорить о душе, по душам, на тему вашей жизни, получить ответы, потому что через предсказателя всегда говорит ваша судьба. Карта универсальная, ваша ситуация уникальная, и в этом состоит чудо гадания онлайн, это чудо 21 века, и при этом не нужно заказывать эти старорежимные базарные гадания, где можно себя запугать до безумия, а лучше посмотреть гадания онлайн. Девочки, две карты вышли сами, и поэтому я вот эти две карты, я и возьму их. А здесь свеча символизирует чистоту моих намерений и ваш покой. Я смотрю только прямые сегодня. Декамерон уже показал многое. Итак, Симбалон покажет нам его деловую сферу, его внутреннее состояние с собой, вот что он за человек сейчас. Мы поговорим с его душой, независимо от любовной жизни. Ну, а карты Декамерон покажут, если у него вы в его мечтах, какие у него фантазии, потому что у каждого мужчины есть фантазии до самой старости, да, что касательно интима. Ну что ж, девочки, начинаем. И мальчики, кстати, сделайте все, пожалуйста, наоборот. Потому что женщины сейчас все деловые, все себя реализуют. И иногда с ней, с ее душой хочется поговорить. То есть на свой лад переверните, пожалуйста. Итак, вызываем дух вашего мужчины. Вызываем его сюда. Вы можете его представить. И, девочки, не искушайте высшие силы. Если мужчина там полная геда, здесь может быть новый мужчина для вас. Итак, разговор с душой партнера. Ну что ж, тяжело ему сейчас, девочки и мальчики, тяжело очень. А здесь неподъемный груз какой-то он несет. А сплетни, наговоры, ужасные сплетни. А кто-то против ваших отношений, кто-то хочет вам навредить, кто-то мешает вам жить. Кто же этот человек, который мешает вам жить? Давайте посмотрим. Ему и вам тоже. Что это за человек? Ну, вот, который притворяется сильно другом, да? Вы знаете его воочию, это не интернет-дружба, вы знаете этого человека воочию, который притворяется вам сильным другом. Я ж тебя понимаю, я тебя люблю, давай поговорим. Расскажи мне о нем. Девочки, есть такие подружки, да? Подружки такие, да? Вас поддерживает во всем. Вот такой из рога изобилия комплименты сыпет. Ему тяжело от этого, на это на нем отражается. Он вообще очень склонен негатив воспринимать очень серьезно. И на нем сильно отражается. Он очень чувствительный человек. Очень-очень чувствительный человек. И вообще у него какой-то неподъемный груз он несет чего-то. Чего же это неподъемный груз? Что такое он несет на своих плечах? Эта карта Гермес, она говорит о коммерции. Может быть, его работа, неподъемный труд дел, неподъемный какой-то груз дел он несет на себе. У него есть конкуренты по бизнесу, много конкурентов, причем и жестокие конкуренты, которые его в порошок готовы стереть в любой момент. А также карта эта показывает, что он как на раскаленных углях часто бывает. Вот в чем дело. С кем он сейчас? Ну вот понимаете, не с друзьями, это точно, по этому раскладу не с друзьями. Кто-то мягко стелит, тяжело будет спать из его коллег, а также здесь могут быть родственники в нижнем ряду. А в верхнем ряду это его бизнес, это его работа, это его желание продвинуть себя, он несет этот груз давно.
на своих плечах. Очень много людей, которые его не просто ненавидят, подсиживают, смотрят, где можно будет подставить подножку. Он как на раскаленных углях, причем в то же время с тяжелым грузом какого-то дела, которое он на себя взгрузил. Он вообще берет на себя больше, чем он может потянуть. И это его особенность, а потом жалуется. Жалуется он часто вам, людям, которые его любят. Ну, такой человек, да, жалуется людям, которые его любят, вместо того, чтобы не жаловаться, жалобы не помогают. Но он привык так, по-другому он, конечно, жить не умеет. Волнуется, причем зажат, сильно зажат, и ему нелегко. Он прыгает с одного дела на другое. Кстати, у него есть проблема держать внимание на чем-то одном. Он прыгает с одного на другое. Нижний ряд, поскольку вопрос был задан, кто ему мешает, помните, какая эта карта завистников вышла, я спросила, кто ему мешает, и вышли очень хорошие карты. Конечно, любая карта имеет плюс и минус, и если хорошая карта выходит на вопрос, кто ему мешает, здесь однозначно мешают люди, которые прикидываются друзьями, которые его как-то гипнотизировали, что ли, да, обманывают его и посадили, может быть, его в долговую тюрьму, вашего мужчину. И вот опять эти пересуды, эти очень похожие карты, пересуды, эти сплетни, наговоры, это все просто его истерзало полностью, полностью. Может быть, он где-то хотел бы, чтобы какие-то бумаги прояснили, что-то связано с бумагами, с долгами, может быть. Он хотел бы, чтобы что-то прояснилось, чтобы где-то поставлена была точка. Может, идет какой-то суд, разборки какие-то по бизнесу. Он очень хотел бы завершить какие-то дела. Дела у него не очень-то идут у вашего мужчины. Он весь в работе находится сейчас. Что его волнует? Но он надоело ему этот груз нести на своих плечах. Это ему надоело. Он коммерции надоело. Он хотел бы начинать свой бизнес. Но у него не хватает для этого, во-первых, денег, да, для своего бизнеса нужны деньги, конечно, этого у него пока еще нет, такой суммы. Он хотел бы, может, купить дом, машину, у него пока еще этой суммы нет, и он психует, можно сказать, да, так, нервничает по этому поводу очень сильно, просто психует. Он намечтал себе, нафантазировал счастливую жизнь, где он не будет работать, а будет жить вот... на проценты есть такое. Мужчины очень часто о таком мечтают, потому что мужчины часто имеют тенденцию уставать от того, что вокруг них. И он намечтал себе, что он будет жить на проценты, но пока это ему не светит. У вас он видит поддержку, помощь, поддержку. Это очень хорошо, хороший знак, что он видит в вас поддержку и помощь. Это прекрасно. Что он думал о вас сегодня? Он думал с вами об этом поговорить. Поговорите о том, что у него на душе. Он очень думал с вами поговорить. Но вы поссорились, многие, может быть, процентов 40 слушательниц. И он не знает, как начинать с вами разговор, но он очень хотел бы поговорить. Кстати, если была ссора, девочки, не волнуйтесь, потому что он давно уже отошел от этого, отлегло у него от сердца. И он очень давно уже хотел бы очень с вами поговорить. Вообще для этого мужчины вы как глоток свежего воздуха. Вот, пожалуйста, две последние карты об этом как раз, что вы для него просто единственный человек, которому он доверяет, единственный человек, который его понимает, вы для него единственный человек, с которым он хочет быть, и он, вот какой он есть, натуральный с вами. Иногда это вас пугает, потому что его вот эта натуральность, она иногда такая жесткая, и вы думаете, что это направлено против вас. Не думайте так, девочки, потому что это его жесткая натуральность, это его лицо, и он не каждому его откроет. То, что он вам открыл свое лицо, говорит о том, что он вас очень ценит и любит. Понимаете, он хотел бы с вами поговорить. Сейчас он чувствует, что вы еще на него злитесь. Вы злитесь по делу, он знает, что он там напортачил. И он очень хотел бы, чтобы вы его простили, потому что он просто не может без общения с вами. Не может никак, никак не может. Это то, что его волнует сейчас. Разговор именно с душой, там, где нет сексуальной подоплеки, да. Его душа теперь страдает, она просто в ужасе, да, это карта ужаса.
И еще вышли другие карты, как на раскаленных углях, он тянет какой-то воз. И это опять воз того, что он сильно, но планы высокие, планки очень высокие поставил себе. А этот человек может заболеть, сердце может болеть, потому что ему хочется легкости. Вот когда выходит такая комбинация и вот такая карта беззаботности в конце, да, это мне говорит, что если он сейчас этот груз не сбросит со своих плеч, он может заболеть. Он может заболеть именно сердечной болезнью, что-то вот такое, давление или же какой-то шок, инсульт, вот такое вот все, да, с ним может случиться от того, что он себя загнал в угол, буквально в угол, и он в тупике. Он в тупике. Вы знаете, он знает, кто его подсиживает, он знает, кто его не любит, и частично это не только коллеги, это тоже его друзья. Может быть, кто-то из ваших общих друзей его не любит, но тоже он подозревает, что была сделана магия. Я прямо скажу по этому раскладу, вышли такие карты, магия была сделана. Магия была тоже сделана на ваши отношения, чтобы была трещина в ваших отношениях. Магия точно была сделана. Понимаете, любая магия, которая делается, это очень вещь сложная, но решаемая только вами, потому что вы можете послать обратку. И у меня есть на чистках обратки в общем доступе, я абсолютно никого не приглашаю заказывать, потому что я не делаю это в частном, по той причине, что вы священнодействующий, священнослужитель своей жизни. И только вы с помощью моих чисток, обраток, можете это сделать бесплатно. Да, вам дается дар. Дар молитвы – это всегда бесплатный дар. А так что вам здесь советуется что-то такое сделать. Вернуть врагу 100% его ге. Но смотрите осторожно. У меня есть видео на каналах много. Посмотрите мои другие видео, где я рассказываю. Да, рассказываю вам, как сделать так, чтобы ничего вашего не попало врагу, потому что тогда вас враг имеет в кармане. Будьте с этим очень осторожны. Я пока рассказывала, готовила Декамерон, и сейчас перейду на любовный, сексуальный расклад. Но хочу еще здесь просуммировать. Девочки, вышли очень сложные карты. Три. Это он в тупике, это он тянет на себе непосильный груз, это он на раскаленных углях. И это говорит о том, что три есть силы, которые ему противостоят. Первая – это сила, что что-то на работе не идет так. Он не может отделиться, иметь свой бизнес пока. Он не может осуществить свои планы пока. И это его напрягает, он тяжело тащит этот груз. На раскаленных углях говорит о том, что на нем есть сглаз. И сглаз, кстати, наверняка на вашей паре. А даже где-то может быть порча, потому что карты очень серьезные. То, что он в тупике, мне говорит о том, что он себя загнал, не может сбросить напряжение, и это грозит ему заболеваниями какими-то, да. Постоянно в ужасе человек не может находиться, а он постоянно в ужасе находится. С кем он сейчас? Ну, с врагами часто бывает, да. С врагами, с коллегами, с которыми нужно вот тащить этот груз, тяжелую работу делать. С кем он еще сейчас? Он бывает дома, конечно, но вот когда он дома, у него все равно голова все время там. Или если вы не живете вместе, если на свидание к вам пришел, у него все равно голова все время там. Если он хочет близости, это для того, чтобы сбросить вот это, что его напрягает в реальной жизни, да. Ну, это, конечно, повод для секса, но не очень-то хороший повод, да. А поэтому это все блокирует его, у него психический какой-то неустойчивый характер очень сильно. Это его и волнует. Думает ли он о вас сегодня? Вот это однозначно да. 300%. Он не просто думает, он очень хотел бы, чтобы вы встретились. Знаете, даже бывает мы пара, семья, и не встречаемся даже вечером, избегаем друг друга, потому что не хотим напряжения, даже жалобы не хотим выдержать, да. А так что живете вы вместе или не живете, он очень хочет с вами поговорить. Он уже отошел от той ссоры. Но он боится, что вы ему не простили до сих пор. Поэтому если кто-то ждет от него весточки, он не выходит на связь. Это по той причине, что он боится, что вы его еще вот не сбросили с себя. Тот разговор. Разговор может быть жестокий был у некоторых. Довольно жестокий. И он чувствует, что вы еще не отошли от этого всего. Да.
Дальше. Ну, запоминает 100%, если кто-то спросил. И о вас сегодня вообще постоянно думает. Вы как противоядие для него, да, от этих всех вот перипетий, которые сейчас его подсиживают. А вспоминает, как вы были вместе раньше, последний момент, да, когда вы были вместе, вы знаете, о чем идет речь. Вспоминает, что были разговоры после близости. Разговоры были, ну, не где-то назидательность была, может быть, он воспринял так с вашей стороны, где-то... Может, сильно много философии в постели, да, и сильно много морали в постели было. Может, вы его подозреваете, и в постели был разговор, и потом от этого пошел горячий спор. Девочки, только прямые смотрю, кто там. А, карты такие мощные, да. Здесь женская сексуальность. В картах Декамерон женщины, которые, ну, холодные по многим причинам. Девочки, мы холодные по многим причинам. Это издержки родовые, когда мы холодные в постели. Это, ну ведь, понимаете, близость — это все в голове, это же все не на телесном уровне, да? Телесный уровень такое. Ой, ну, Декамерон, он открывает женскую сексуальность очень сильно. Делает женщину счастливой. Я вообще очень сильно уважаю эти карты. Они имеют вот эту женскую энергетику. А, понимаете... Вот именно во время работы, когда очень плохо, он хочет сбросить напряжение, именно думая о ваших прелестях. Вы знаете, о каких прелестях идет речь, правда? Именно думая об этих прелестях ваших, думая о том, вот когда в самые яркие моменты, он вспоминает, самые-самые яркие моменты, когда он просто как ребенок вам доверился, вот просто как, знаете... Ой, ну, очень хорошо было ему с вами. Он вот это вот вспоминает. Хотел бы, конечно, это все вернуть. Хотел бы просто, чтобы жизнь была жизнью. Но сколько можно вот биться, как рыба об лед? Сколько можно пробовать устоять в этом мире бизнеса? Это бешеный мир бизнеса. Как можно в нем устоять вообще? А карта шут, понимаете? И карта колесница. Ой, да... Может быть, было связано, что он был сильно напряжен, знаете, и скорее, чем нужно произошло это. Вы знаете, о чем я говорю, что произошло скорее, чем нужно, да. Он чувствует, что он дурак. Колесница об этом говорит, что он чувствует, что он там виноват, да. Может, вы дали ему почувствовать, что он не мужчина. Это самое для них такое тяжелое. Он бы хотел вот эту любовь с вами испить до дна, буквально до дна испить. И хотел бы надеть на вас лучшие наряды, хотел бы дарить вам лучшие подарки. Хотел бы, чтобы вы были женщина раскрытая. Вы ему не раз, может, говорили, что вы не раскрытая женщина, он не может вас раскрыть. Он хотел бы вас раскрыть, вот, да, вашу женскую силу здесь. И, конечно, у некоторых девочки треугольник у кого, или тайные отношения, я вижу здесь тайные отношения. Очень сложные тайные отношения, очень-очень сложные. И эта тайна дает кураж. Именно тайна. Ой, такие карты мощные, с них просто идет такая энергетика. А девочки, одно хочу сказать, кто в тайных отношениях с этим мужчиной, да, вот кураж именно от того, что это все такая магия, мистика тайны, вы должны знать, что... Лишь только это. Вы думаете, что там какая-то особая горячая влюбленность? Ну да, есть, но в основном это кураж из-за тайны. Если это все выйдет на свет Божий, вот эта тайна пропадет. Так что будьте осторожны. С этим были моменты, когда он не оправдал себя ни в постели никак, когда он лузер был, когда он разочаровал вас. Были такие моменты, он думает об этих моментах, ему очень стыдно, он хотел бы их поправить. Он хотел бы, чтобы все вернулось опять, и он вам доказал, что он другой. Ну, весь секс в голове, да, у людей, понятно. Он хочет доказать вам, что он другой, что он мощный мужчина, но из-за того, что у него такая драма в жизни, здесь может быть и работа, еще раз повторюсь, и с глаз, и бывшие дети, если есть, и родители престарелые. То есть целая гамма, вот с левой стороны много очень... такой гаммы негативной, и вдруг среди этого болота его жизни выходите вы вдвоем.
Выходите вы вдвоем, которые беседуют тихо. И сад прекрасный впереди. Сад символизирует гармонию в разговоре, тихую гармонию в разговоре. Но он не может к вам прийти, потому что в последний раз вы друг друга не поняли. И он очень боится, что вы не отошли еще от той травмы, которую он вам нанес подсознательно. Да, нанес-то вам он эту травму подсознательно, этот человек. Что с этим делать? Как исправить это, да, вы спросите меня, потому что мы же вышли с его душой говорить, дайте ему шанс. Любой человек может иметь шанс, понимаете, если он уже не придурок совсем, если он не там, не запойная пьяница или еще что-то патологическое. Любой человек, мы ему даем шанс, чтобы выправить ситуацию. А этот мужчина, он обладает очень нежной душой, очень нежной, тонкой душой, тонкая организация внутренних вот этих моментов у него, тонкая организация его энергетики. И эта тонкая организация, она проявляться будет медленно, постепенно. Если он когда-то не состоялся там, да, вот в близости, это было временно, он может укрепить себя, потому что ведь не органы нами управляют, да, телесные, а голова. И его голове нужна помощь. Помощь он ожидает от вас. Потому что он знает, что больше помощи ожидать не у кого. Он пробовал взять помощь у родителей, может быть. А может быть, он пробовал удариться в работу, да, и полностью как бы сделать так, чтобы работа его спасла. Но до сих пор работа его не спасала. Не спасали тоже его друзья. Если даже он выпивал с друзьями, это ни к чему хорошему не привело его ни разу. Поэтому этот мужчина, он знает только одно. Есть у него один преданный, верный друг и в то же время любимая. И это вы. Это единственное, что он знает. Он уже это понял наверняка, но он говорит себе, какой я болван, я все испортил. Может быть, у некоторых он не выходит на связь, потому что он даже не знает, как начинать опять. Он знает, что доверия с вашей стороны уже нет. У некоторых, с кем вы живете вместе с ним, да, и вот если бы трещина произошла, не бойтесь этой трещины. Это была трещина испытания вашей любви. Эта трещина не была страшной. Это была только трещина, которую можно залечить. Есть будущее. Если лишь только получится все начинать заново, без оглядки назад, закрыть мертвые файлы, негативные файлы в ваших отношениях. Не мешало бы тоже, конечно, закрыть негативные файлы тех негативщиков. Может быть, даже была сделана магия. Закрыть все нужно файлы. И файлы не закроются, пока не будет сделана обратка, я сразу вам говорю. Вначале делается обратка. Вначале, да. А потом просим ангела Михаила, чтобы он почистил остатки ваших, может, эмоций негативных, которые возникли в результате того, что вы знаете, кто сделал, вы чувствуете, вы подозреваете. И сейчас, в этот момент, когда вы смотрите, образ того человека, которого вы подозреваете, всплывает у вас перед глазами. Вы чувствуете даже запах этого человека, вы ощущаете его слова, его голос. И вы знаете, кто послал негатив, вы это знаете. А что я предлагаю в этом раскладе вам? Просто вот сделать, как я говорю. Сказать, я возвращаю 100% врагу то, что его, да, то, что он наслал, знаемо или незнаемо. Незнаемо очень часто посылают люди, очень часто, даже не зная об этом, но знаемо это, что заказано, здесь было заказано. Потом вы призываете Архангела Михаила в свое пространство. Причем Михаил, он же не может все сделать. Он делает то, что божеское. Да, то, что по Творцу принято, общепринято. То, что возможно. Да. Поэтому, что касается обраток, здесь не ангельская работа, а здесь только мы, священнодеятели. Когда обратка дана, тогда уже просим Михаила, чтобы он почистил ваш негатив. Потому что на негатив возникает свой негатив тоже, который нельзя давать врагу, можно почистить самому. И таким же образом вы просите почистить вашего любимого. Вот увидите, после этого будет лучше. Да? Если осталась боль, тогда Рафаил поможет. Тогда приглашаем Рафаила, чтобы успокоил душу, сердце и дал вам такое лекарство, это гомеопатическое лекарство, здоровье между вами, здоровых отношений. Можете ему здоровье тоже дать.
вот такая поршень, такая, такое зелье здоровое, это дает архангел Рафаил. Потому что этот мужчина боится пойти на контакт. И даже если вы живете вместе, он боится пойти на контакт. Потому что он знает, что то, что он ляпал, то, что он делал, это, ну, это жестоко было. И он чувствует, что у вас в сердце еще есть рана. И время прошло, и как-то вот определилось между вами, что глубоких разговоров нет. Глубоких отношений нет. А если нет доверия среди людей, хорошая постель невозможна. Должно быть полное доверие. Потому что мы, когда вместе, да, вот интимно, мы полностью раскрываемся. И раскрывается наша красота. Вообще, понимаете, красота — это не косметика, не подтяжки, там эти ботоксы. Хотя это тоже хорошо, если кто хочет. Хозяин барин. Но красота в раскрытии, понимаете? Тот человек, который стесняется себя, какие-то стороны себя скрывает, он уродлив. Он просто уродлив. А тот человек, который себя раскрывает, очень красив. Каждый человек красив. А поэтому что здесь предлагается вам? Раскрыться ему полностью и себе. Ну, начнем с себя. Раскрыться нужно себе вначале. Кстати, когда вы начнете раскрываться вот так сама собой, то есть себя начнете ублажать. Девочки, вообще-то наслаждение — это в голове. Поэтому наслаждение мужчина нам не может дать. Это только бывает... иногда, случайно, с какими-то мачо, в молодости и так далее. Мы это все помним и думаем, что это эталон. Это не эталон даже близко. Наслаждение женщины должна научиться делать сама себе. И это не обязательно то, что вы подумали, нет. У мужчин с этим делом проще, да? Вот они смелее, они открытие, им нечего скрывать, там нос с этой стороны хорошо смотрится или стоит плохо, да, какого размера там жир на животе. Мужчине чихать большой башни, на сколько у него там жира на животе, и он перед вами раскрылся, и даже его живот вам кажется и аттрактивненьким, а мы, девочки, думаем, да надо, ладно, так что-то у меня все не так, да. А еще если девочке больше, чем 45, то вообще труба, ее нужно спасать от самой себя. И я спасаю вас от самой себя на моих раскладах. Они помогают, они эзотерически помогают. Даже вот мне без слов. Могли бы просто выключить звук. Можно сделать такой эксперимент. Посмотреть расклад, выключить звук. На следующий день вы посмотрите. Я спокойнее, я себя больше принимаю. Он немножко пофигист такой, да. Что касается отношений. Девочки, в бизнесе нельзя быть пофигистом. Ну а в отношениях вот, ну, нужно, нужно, да. Ну там в отношениях серединка на половинку. Там у меня в других... видео, я больше об этом говорю, в каждом видео по чуть-чуть вам алхимию открываю, алхимию отношений, алхимию жизни, алхимию любви, вот этого всего помаленьку. Я же не могу всем видео все рассказать в одном видео, ну просто невозможно, я говорю только то, что в потоке пришло. А сейчас просто просуммирую то, что пришло в потоке. Здесь очень все просто. Вот Декамерон, он бьет не в брови, а в глаз, да? Потому что здесь очень все просто. И проблема состоит в том, что где-то, может быть, он и был сильно неправ, прямо скажем, да. Где-то, может быть, вы отчаялись, потому что, ну, никак он в точку не попадет. Вы поняли, о чем я, да? Ну, никак, вот никак не попадет в эту точку, никак. Думаете, какой-то он неспособный, тупой. У некоторых пар. А у некоторых пар вот один раз попало, а потом все, закрылось. Ну, понимаете, при его психическом состоянии чего от него еще и ожидать, правда? А вы спросите меня, окей, а как же будет дальше? Да будет лучше. Вот, вот в чем дело. Потому что он готов встрече с вами на новом уровне. Он готов залечить эти раны. Он готов показать вам, что он мужик. Он готов показать вам, что он мужик и в близости, и в бизнесе. Потому что семья, если у вас еще нет, она будет обязательно. И семья – это бизнес. Это бизнес, девочки. Если мы будем рассматривать семья как только страсть, ну, такой брак больше года и трех не выдержит. Понимаете, семья – это бизнес, да, только в спальне там свои законы. Там законы и не янь в спальне. А на кухне, в гостиной, среди других людей, кто инь, кто янь, это только вашей паре решать. Или 50 на 50, или там кто сколько хочет, кого что устраивает. А вот, поэтому дайте ему шанс. Он горит желанием с вами, ну, глубоко, глубоко. Он горит желанием с вами тоже вот расслабиться, да. С вами только уйти в ваш мир.
в тот мир, который есть у вашей пары. И в этом мире никому нет места. Если даже у кого-то есть дети другого брака, там, ну, бывшие отношения, у всех же они есть. Даже если там было это с вами 18 лет, это очень большой рубец сделано на сердце. Вообще кто-то сказал, что то, что нас не убивает, закаляет. Теперь, девочки, все по-другому мы видим. Как я уже говорила, в Канаде те, кто были на войне, вот эти солдаты, 80% из них бомжи. Они больные люди, потому что видели ужасы, да. Ну, конечно, он, может быть, и не был на войне, а, кстати, у некоторых и даже был. Но вся жизнь для него война, этот бизнес, эти люди, там же шакалы одни. Одни волки поганые на этих предприятиях, понимаете? Это его задолбало. Вот эти все слова, сейчас я такими словами никогда не говорю, но такой канал открылся, понимаете? Он больше не может, он в тупике, он постоянно на войне. То есть психика пострадала. Что вы хотите, чтобы вот если был такой день, он пришел или на свидание к вам, или в соцсетях с вами переговаривается, или же дома, если вы живете вместе, что вы хотите, чтобы он сразу вот так переключился? Нет. Вот отсюда все. Но жизнь-то жестокая, да? Сейчас вот уже войн таких нет со страшными потерями. Но есть войны, но они локальные, небольшие, таких вот бешеных, как Вторая мировая. Слава Богу. Нет, мир изменяется в лучшую сторону. Кстати, это статистика, это не мои слова. Нам кажется, что это всего много, потому что все транспарантно с интернетом, но этого стало всего меньше. Так что не слушайте попов, которые вам вот свидетельствуют о том, что будет аномалии, конец света. Нет никакого конца света, нет, девочки. Вот, но сейчас война – это бизнесная война, это страшная война, еще страшнее. Вот. И он, навоевавшись там в течение дня, пришел домой. И, конечно же, что он может вот эта вся грязь, она может вылиться потоком в дом. Потому что в доме человек напрягается. Знаете, есть такое понятие, как мигрень на выходных. Вы слышали, да? Мигрень вообще-то от напряжения. А если человек напрягался и держал в себе всю неделю, с понедельника до пятницы, он домой пришел, у него бац, у него на выходных мигрень. Вы запланировали там ехать где-то на воды, где-то на спа, где-то в лес, на туризм. Ну что-то запланировали, вдруг он лежит с мигренью. Что за дела, да? Ну вот это оно и есть. Поэтому, когда он входит к вам в дом или в соцсетях с вами общается вечером, либо на свидание с вами приходит на выходных или вечером, он берет с собой вот это все. Он не может из головы это все вынуть. Для него это смертельно опасно, для здоровья. Это видно здесь. Это все здесь видно. Такое напряжение, оно же, ну сколько организм может выдержать, да? Девочки, мы с его душой говорим, поэтому вот так много о нем. Я не могу закрыть этот канал. Я должна его читать, пока он еще источает энергию, чтобы я все это сказала. Вот и вдруг здесь божественная жизнь в паре, когда идет наслаждение, когда идет игра, вот он этой игры хочет с вами, он хочет блаженства, массаж, как может приятный напиток, приятный ужин, чтобы было все чисто убрано. Да, вы думаете, ну я что ему такое, что это должна все дать? Здесь, понимаете, у каждой пары по-своему. Можно заказать службу, если у вас есть средства, да, чтобы это все сделало для вас. Или же можно вместе сделать как-то на какой-то день. Здесь сложно сказать, но у каждого будут свои правила, потому что ведь материальный достаток у всех другой и разный, да. Но нужно сделать этот внутренний мир, когда вы вдвоем закрыли дверь, и вы вдвоем сделать его отдельным от вот этого алчного мира соревновательного. Нужно его отделить такой чертой, вот буквально как этот меч. Только меч не должен быть между вами, а меч должен быть между вот этой социальной жизнью, где там столько дерьма, столько грязи. Социальная жизнь, а меч должен такой лежать, вот так вот здесь буквально. И вы как пара, где есть фантазия, любовь. А вы знаете, вот такая детская карусель, хоть и это взрослая жизнь, да, девочки, это все только для взрослых, но такая детская карусель, когда мы просто, ну, в мире, вот в этом блаженство, мы просто как сыр в масле катаемся, это же все хорошо, вот такая похоть, как в этих картах, без этой похоти невозможно страсти и наслаждения. А попы слово «похоть» превратили в что-то страшное, но это уже, знаете, понимаете, да, зачем все, и не буду там
Вот сейчас это все подымать. Иногда поднимаю, иногда нет. Но нет, без предвзятости. Я люблю очень церковь. Сама 30 лет в церкви проработала. Очень люблю церковь. Я сама литургический служитель, да. Вот да, такой своеобразный, даже своеобразная была. Да, ну не обо мне, не обо мне. Там многие не любят, когда я себе, хотя почему нет? Это же, я же блогер, я ничего не продаю, я только вам здесь помогаю. Ну тогда буду заканчивать, ладно, чтобы не говорить о себе, потому что тогда много негатива мне придется убирать, да. Вот, девочки, подытожу. Ну, смотрите, все темно, темно с левой стороны, все светло, ярко. Мир любви, счастье, блаженство, вот это кожные покровы. Кто-то не любит, когда я говорю, что какой-то психолог сказал, что любовь – это любовь кожных покровов. То есть sensual, по-английски sensual – это значит чувственный. А чувственный – это, конечно, прикосновение. Он хотел бы вашего прикосновения. Вот bottom line – все, что вот самое главное, это он хотел бы ваших прикосновений. Вот этого он очень желает. И, пожалуйста, девочки, не стесняйтесь, не обвиняйте себя, не будьте жестоки к себе. Понимаете? Близость – это не философия, это не ирония. Ирония убивает близость, сарказм, ирония. Вот такое все убивает близость. Ну, смотря сколько вам лет, если вам 16 лет, это еще, конечно, можно. Итак, с кем он сейчас? Ну, вы видите, да? Он в голове, он постоянно с проблемами своими. И даже, кстати, когда с вами, он тоже в голове с проблемами. Самое главное, что я вижу по Декамерон, вот весь расклад о чем кричит. Когда он с вами, он говорит вам иногда, выключи голову, все женщины такие, эта голова мешает тебе. Но он кричит о себе. Всегда люди, когда говорят о ком-то, они говорят о себе. Он эту голову бедную не может выключить сам. Это все, что видно из этого расклада, да? Вот с кем он сейчас? Он сейчас с вами, да, будет скоро, это точно. У вас будет встреча. Но он будет и с вами вместе с тем, с проблемами своими. Да, они как черный какой-то плащ. За ним всегда волочатся эти его проблемы. И важный вопрос, думает ли он о вас. Не просто думает, вы его спасаете. Мысли о вас в течение дня спасают его, чтобы абсолютно не сойти с ума. Понимаете? Именно мысли о вас спасают его, чтобы не сойти с ума. Так что думает, конечно, о вас. И в том ключе, что хочет просто быть с вами, да, лучше, чем вот в этой каше, которая у него в голове. И в голове у него не только каша по бизнесу. Я уже говорила в этом раскладе, что многое связано с тем, что чувствуется черная магия, многое, что магия идет от семьи. Черная магия идет от семьи, верите мы или нет. И причем очень часто по незнанию, к сожалению, такая беда. Близкие люди, вот семья, да, очень часто это самый тяжелый крест, который нужно нам нести. И у него вот именно очень тяжелый крест. Кстати, у вас тоже есть это. Не зря же вы вместе. У вас тоже есть тяжелый крест вашей родни. Вы его несете тяжело. Угу. Да вот так вот сегодня о нем. Да, вспоминает, конечно, думает. И было много сказано. Пожалуйста, девочки, перекрутите назад, чтобы все это еще раз понять. Кстати, каждый раз, когда вы будете смотреть расклад, вы его будете по-разному чувствовать, по-другому. И он вам поможет решить разные проблемы. Не уходите, 2 секундочки, я собираю расклад. И это важно, потому что он сбывается только если просмотрен до конца и собран. Это такое аминь. Хочу сказать огромное спасибо за пальчик вверх. Пальчик вверх – это то, что вы благодарны, что я, смотрите, совершенно бесплатно для вас здесь работала от души. И довольно тяжелая работа. Она истощает мою энергетику полностью. Мне нужно отдыхать. Вот если расклад полчаса, мне нужно отходить часа 3. Часа 3. Поэтому в день я больше, чем вот 2-3 общих расклада, я сделать просто не в состоянии. Поскольку расклады, они настоящие. Да? Вот настоящий, если расклад, это так выходит. Если сделан по-настоящему. Так, поэтому я счастлива за пальчики вверх. Пальчик вверх – это то, что вы говорите мне спасибо на языке YouTube. Девочки, кто не может написать комментарий? Я уже говорю очень часто об этом. Очень мало комментируют под моими видео. Очень мало. Почти 99% всегда хорошие комментарии. Благодарю вас, во-первых, за них. А во-вторых, если вы не можете комментировать, у вас нет почты Gmail. Это же очень просто и не стоит ничего.
Потому что комментарии для меня важны. Я с утра где-то часа два их читаю. Наверное, не очень здоровый образ жизни, потому что я сижу и читаю прямо с утра. Но мне так интересно, что вы пишете. Я волнуюсь за тех, кто пишет, что у них сложно. Радуюсь за тех, кто пишет, что благодаря моим раскладам наладились отношения в паре. Очень радуюсь. И это такая моя молитва. Она примерно 2 часа в день идет. Молитва всем, кто смотрит, всем слушателям, всем подписчикам. Конечно, делаю расклады для подписчиков, поэтому, девочки и мальчики, буду рада видеть вас среди подписчиков моего канала и буду счастлива служить вам верой и правдой. Почти закончила магический декамерон женские карты. Я ведь слышала, кто сказал мужские, я не согласна. Мужские карты это Монара. Они такие саркастические. Это, они сделаны были художником из Нью-Йорка, кто делал комиксы в Нью-Йорк Таймс, по-моему, да? Вот, да, Монара, она мужская, а вот Декамерон – это женская колода. Огромное спасибо всем спонсорам моего канала, огромнейшее спасибо всем спонсорам. Люблю вас всех, обнимаю, независимо от того, где вы живете, ваш статус и все такое. Всех-всех моих любимых зрителей обожаю и буду встречаться с вами на моих следующих видео. Всем добра и любви. Огромный привет из Ванкувера. Пока!